Хорошо. Чей громче, Сань? Хрен его. В интернете я братан типа вычитал, говорит. Прикинь, лошади 15 ПС, говорит. Вот и живи теперь с этим. Так, ребята, всем привет. Долгожданная встреча двух ИШ-ПСов состоялась сегодня, конец сентября. Санькин, челябинский гонщик, совок и япончик 76-го года. Твой 80-го, по-моему, да? 80-го. Вот. И теперь мы сейчас будем вместе веселей, как говорится, два пса, два друга, и мы поедем. Не переключайтесь, запускай. О! Ну-ка, мой! Я за тобой, Сань.
ты это, ты расскажи про мотор. Ты его перебрал, пока меня не было, да? Ну да. Ты его полностью перебрал, поставил вот этот поршень кованый немецкий от фирмы Вали. Все без проблем собрал, поставил, завел и поехал, да? Ну да. Так что сейчас он также. Карбюратором немножко помудил еще. Ну. А так все, видите, работает, не гремит, не звенит, все четко пока, да? Будем надеяться. Ну, будем надеяться. Еще амортизаторы надо задние мне перебрать. Они пустые, похоже, вообще. Ну. На кочках, блин, тоже дым. Кидает. Не кидает, долго. На отдачу вылетает. Вечно, короче. Че ты этот собрал уже, что ли? Мопедосик. Нет. А, ты его просто переставил. Собираюсь его все-таки добить, блин. Угу. Ну что, валяется в углу сохло уже. Ну да. И решил его собрать. На работу буду гонять. Угу. Сиденье такая прикольная, бля. Вообще он такой широкий, кажется, да? Угу. Тут еще смотрите. Как на запорожце уши, бля. Ага. Только они что, охлаждают? Угу. Непонятно. Слушай, а это что? Тормоз, что ли? Нет, заводилка. Это заводилка? Охереть не встать, пацаны, прикинь. Офигеть. У него этот электро и такая хуйня. Да ты чё? Это чё за модель еще раз? Малагути. F15. Итальянский, да? Ага. А вон, смотрите, как цилиндр стоит вертикально. Причем цилиндр уже этот, тюнингованный стоит, стоит 6. Вертикально, говорю, горизонтально стоит цилиндр, блядь. Может, даже он вообще уже не полтинник. Я не знаю, может, они уже какой-нибудь 70-чик воткнули. Тормоза дисковые сзади. Я его купил вот так, я разодрал немножко, так, чтобы хочу покрасить. Ну а это мотор будет закрываться? Это считай вот. Ну как... да, вот же эти. Есть, да? Что иначе, блядь, там брызги ослушаются. Иди, и это есть. Ну. Прикольный мопед, да? Я его хочу в черный покрасить. Ой, брось. А что? Там? Да ну, прикольный. И эти вон штуки, видишь, какой цвет уже до хрена. Черный. Вот эти прикольные. Типа Кавазахи будет. Ну. Черный. Мазара нет. Прикольный будет. Кава стайл будет. Ну. Как говно стайл. Один амортизатор, да? Ну, смотри, он блядь. Ты, ну он интересный, блядь. Ну, он нихуя. А какая у него тогда передача получается? Карданная там внутри или? Нет, ремешок же. Ремень, да? Там вариатор же у него. Угу. У него получается, тут вот на коленвалу прям висит этот шкив. Угу. Вот, и он когда раскручивается, он сжимается. Нифига. Или нет? Не знаю. Он сжимается. Наоборот, сжимается. Ага. И у него как бы диаметр увеличивается. Mm-hmm. А тут быстрее начинает крутиться. Короче, хитрая техника, да? Ну а там как стиральной машинки, в принципе, тот же. Ну. Чем быстрее крутится, тем передача растет. Не знаю. Это ты специалист. Ну это потом открою тебе. Ну прикольно. Покажу. Там ремень этот клиновой стоит. Mm-hmm. Сжимает. Так, ну мы хотим сейчас на горячую подтянуть головки у обоих. Я поставил, кстати, это медную прокладку, потому что у меня сало из-под головки. Без прокладки никуда. И сейчас все чистенько. Вон. А то кидало масло аж сюда. Так что все нормалек. Вот такие дела, ребята. И хотим еще это. Цепь надо тоже натянуть будет. Натянем цепь еще. У меня сильно прослабленная вон. Аж вот здесь трет. О, видно. Они у тебя вообще слабые. Да? А я хорошо затягивал. Ну. Видишь, оно уже это. Ладно. Так, запись пошла. Поехали, Сань. We'll be right back.
говно ебаное, сука. Охуел, блядь, да? Нервно больные все. Так, отдыхаем. Надышался газов, наверное. Наверное, блядь. Да охуел, бля, он же видит, что ты уходишь, нахуй. Да. Я тоже включил, блядь. Пидорасы. Я говорю. Ебало, бить только, да, Сань? Пойдем на рейн сходим. Да, сейчас отсюда это. Отсюда сверху мы сфоткаем. Ну. Ага. Рокер, мокер, блядь. Так его вообще не слышно, это электрический. Сань, нам надо тоже задуматься, мотор электрический поставили. На ПС? А звук запишем на это, на запись, и будем это. Вот такой динамик. Да, да, динамик, блин, чисто. Туда его воткнем как раз, знаешь? Да. Если не переезжать через мост, стояла одна на воздушной подушке, она причалена была. Вот, ребята, баржа, что-то везут. Мы можем прям даже туда вон, смотри, подойти. Ну. Вон вторая баржа идет. Хер поймешь, что показывает, да, ну. Вот эти. Сторонние движения. А, ну. 80, короче. Ограничение скорость 80 у них. То есть они еще быстрее ходят, чем мы, блин. Ну это-то, видишь, по течению. Да. А этому тяжелее, ага. Он и тише идет. Может, загружен еще и нет. Ну да. Вот, вышли на берег реки. Да, да. Тут оступишься и все. Наверное, туда и не пойдем, или аккуратненько. Пойдем. Давай вот по камням вот так аккуратно пойдем. Ногу-то неохота подвернуть. Да, завтра же на работу. Ну, каску одень, Сань. Вода чистая более-менее, да? Так себе. Она не может быть чистая, тут же постоянно положить. Ну, а рыба есть, интересно? Есть. Есть, да? Постоянно. Да. Вот там вот район, вот дома, видишь? Там у нас знакомые живут. Ну вот по тому берегу гуляли, когда гости приехали. У них прямо на берегу здесь гарфин есть. Вот за этим завалом. Так что вот такие вот дела, ребята. Вода тепло, купаться можно? Ну давай, скупнись. Ради контента. Ты ключ только не вот ешь. Такая вот. Настолько теплая. Thank you.